Хей, гей, с вами Шумики, и мы продолжаем проводить игру под названием The Messengers. Я вернулся с самого начала, да, потому что здесь есть печать, которая мне нужна. Чтобы ее достать, я заметил вот древесинку, видите, вот в этом участке, но мне нужно еще туда попасть. О, ништяк. И вот наша печать. Так, здесь я надеюсь не упаду. Отлично. Так, силы. Так, там нужно еще выше куда-то подняться, я вижу. А, вы насчет... Ну, вспомнили, да, мои, наверное, слова, которые я говорил, что... А я вернусь в этот город, или я начну серию оттуда, где у нас находится зернышко, да, где можно посадить. Я... Быстро глянул. Ну, как сказать, быстро. Очень мало информации про эту игру. Но мне как-то удалось найти. Короче, дело в том, что у нас там... Нужно забраться на гору. На гору, там, где были у нас два тролля брата, как я понял. И вот у них там нужно будет уже достать то, что нам нужно. Но до начала этого мне нужно... Мне что нужно? Здесь все собрано, здесь все собрано. Здесь у нас двух не собрано, заброшенный храм. Здесь у нас вон целая локация где-то еще. В катакомбах еще две ячейки сразу вместе, замечу. Нам нужно с вами заброшенный храм, полазить там. Нужно еще здесь пройти. Быстрый телепорт, и я не знаю, где можно так найти по перемещению, поэтому я быстро просто лучше добегу. Так, смогу, так добегу по-быстрому. Я не должен был коснуться здесь. Так, фастом. Так, готово. Здесь можно, в принципе, сократить, я думаю. Или что он тут у нас? Там ловушки. Скоро 500 этих нафармлю. Ой, ладно. На единицу коснулся, не страшно. Так, погнали. Так, пространство. Да ёлки-палки. Тихо. Так, тут платформа. Так, сохранился, все. Дальше не должно быть так опасно. Дальше у нас начинаются горы. Дальше у нас, по идее, начинаются горы. Успел. Так, портал. Это сейчас здесь. Довольно долго бежать. Блин. Теперь ускоришься. Ладно. Вверх. Ух. Повезло, что был второй шанс. Тихо. Готово. А, бля, как я мог коцнуться об эту херь. Так, а теперь нужно понять, куда мне идти. Выгоднее куда? Вниз, это в катакомбы.
Мне нужно по прямой. Значит, мне нужно наверх. Так. Замедление. Ну, черт, сейчас еще и сдохну. Да ё-моё. Так, готово. Посрать, получил урон. Это мы шли на урон. Так, по прямой, по прямой. Так, по идее, я добрался. Да? Да, все, локация с боссом у нас тут идет. Но самого босса у нас тут нету. Но есть у нас место, где я упал. Есть место, где я упал. Чудик, ты так и не сделал, да, мост? Аев. Я не знаю, но нам нужно как-то по мосту этому пройтись. Чтобы попасть туда. Смотрите, наверху где-то что-то есть. Мигает. Может, все-таки там что-то есть, все-таки? Деньги есть. Спорно, спорно. Ладно. Я там не вижу ничего. Даже прохода ближайшего. Ладно. Пойдемте так. А как мне забраться на... Проход. Их, как я сейчас упаду? Ого, с сюркешками я тоже могу цеплять. Так, что здесь у нас? Что у нас здесь? Кристалл бабла. Блин, это не то, что... Как мне наверх собраться в этот храм? Здесь я единственное, что могу сделать, это собрать части вот эти, зелененькие. Блин, а наверх больше никак не попасть. Больше наверх никак не попасть. Зато деньги пофармлю. Косарь сейчас насобираю для прокачки. Быстро все делаем. Так, там у нас ничего. Ага, проход. Ай-яй-яй. Здесь у нас есть проход. Только что здесь за проход у нас был? Это в лес. Хорошо. В лес мне не нужно.
Быстрее. Здесь тоже нет никуда места. О, я завис, класс. В воздухе. Так, отлично. Ох. Думал, я вообще не думал, что оно падать будет. Ой-ой-ой-ой. На кончике жизни своей. Так. Вниз. Успел. Я и забыл уже про эту, честно, ловушку. Бля. А сколько мне бежать нужно будет? А долго. Так, хил. Ух, пронесло. Пронесло. Так, а был я ниже. Мне нужно сейчас стоять. Был ли я тут? А здесь я еще не был, замечу. И прохода здесь тоже не показано, что есть. Пойдемте. Ага. Зайдем. Да ладно. Вернул направо, когда следовало вернуть налево. Если за тобой наблюдать, можешь противоречить, чтобы так. Я сейчас не пойму, что мне делать. Что это за место? Это просто пропасть, что ли? А ну? Что? Там есть платформа. Я буду вздыхать столько, сколько мне нужно. Я не пойму, где там проход. Мауш. О, буковкой, и это инвентарь у нас, предметы. Карта.
Так, круче, энергии, сюрикены, дротик с веревкой, ингенсьют, астральное семя. Так, облачный шаг, удар ниндзя, второе дыхание, повелитель течений, бойте высшего пилотажа, так как... Ключ надежды появляется из звучащих на протяжении прошлых веков фраз, бессмысленных это было. Некро один из четырех фабиян, чья помощь тебе потребуется, если ты захочешь починить мост, ведущий к заброшенному храму. Ах ты ж ё-моё. А когда мне идти, ё-моё? Я вижу, что здесь что-то есть. Да, я не пойму, куда. На слепую... На слепую туда не пойдешь. И в ту локацию тоже не попадешь. Хотя, смотрите, стоять. Вон, вот. Темная пещера, которую я не могу обследовать. Каяв. Ладно. Мы открыли какую-то новую локацию, которую, к сожалению, я не могу пройти из-за чего-то, чего мне не хватает. Теперь фиг знает, сколько мне придется подниматься. Хотя не так долго. Хотя не очень долго. Так. Ты ж. Так, мне сейчас что нужно понять, это правильно ли я иду? Потому. Карта. Так, тут вниз мне нужно спуститься. Тут мне нужно спуститься вниз. Адиос, амигос. Так, вот здесь нужно наверх залезть. Ой. Я понял. Ты успел. Так, портал сюда. Портал наверх. Отлично. Знак силы получен. Ай-яй-яй-яй-яй, ладно, вниз. Вниз. Блин, вот это херово то, что я не смог туда попасть. Теперь мне нужно по прямой и наверх. Сюда, да? Да, сюда. Вот именно сюда. Что? Мне задели просто ногу. Каев.
Мне задели ногу. Есть ли тут сложности? Нет. Ноль сложностей. Есть ли тут сложность? Нет, тут ноль сложности. Какие здесь сложности? Легкие испытания. Ну, я просто задел ножник, класс. И с этого я сдох. Минус нога, минус жизнь. Так, ладно, давайте я грохну. Понять теперь, куда я могу пойти. Я здесь все собрал. Бамбуки еще два. Пошли в бамбуки. Погнали в бамбуки. Пока время позволяет. Тихо. Тут тоже сложности не вижу. Ай-яй-яй-яй. Сейчас будет оп... А, нет, у меня фулл хп. Тогда ничего не будет. Так, портал, отлично. О, это ж тот гроб. А ну. Его тут раньше не было. Гроб внутри, еще гробик. Место упокоения Ракстина. Похоже, что-то оставило здесь записку, адресованную гонцу. Дорогой гонец, если ты это читаешь, значит то, что показало мои исследования, правда, и ты действительно перенесешься на 500 лет в будущее. Я не лгал, когда говорил, что устал быть злым. Я даже собираюсь передать тебе свои реликвии, чтобы они сослужили тебе добрую службу. Первая из них – мой амулет. Прими его, и пусть он оставит тебе упоминание обо мне. Я также дарю тебе свой посох, который оставил на ледяной вершине. Похоже, мой амулет у тебя, он будет подчиняться тебе. А еще я как следует изучил катакомбы и, кажется, нашел секретный проход в новую местность, который тебе следовало бы осмотреть, однако там было очень темно. Секретный проход ты найдешь в зале в двух лестницами, а летучими мышами и движущими платформами. Удачи тебе в твоем путешествии, Ракстин. Ты получил амулет Ракстина. С его помощью можно активировать посох некроманта. Но где же он? Он, ребятки, вот теперь мы нашли посох. А это что значит? Нам нужно его будет найти в ледяных горах. Вон, дракончик, туда же есть проход. Нам нужен с вами посох, чтобы, по сути, он нам свет даст, наверное. Того. Если это так, тогда мы сможем с вами увидеть то, что находится внизу в секретной локации. Мы туда сходим. Так, поехал у нас бамбуковый ручей. Да? Ну, поехали. Бамбуковый ручей. Только осталось теперь понять одну мало понятную вещь. Так, куда мне идти? Вниз. А еще наверху вижу есть проход. Хорошо. Допустим. Так, и здесь нужно вниз прыгнуть.
Надеюсь, я в том месте нахожусь. Да, я в том месте нахожусь. Ломаем. Ух ты ж, ё-моё. Хорошо, допустим. Ну, здесь нужно момент, вот этот момент споймать. Все отлично, просто изи. Итого у нас уже один из трех, да? Именно по этой локации, если смотреть. Следующий у нас там находится, можно через верх пойти. Скорее всего, я так и сделаю. И пойду-ка я через верх. А вот только смогу... Ага, а где там я путь найду? По ней там есть что-то. Что-то наподобие путя там есть. Или нет? Мне показалось. Так, стоять. Тут разве был такой проход? Я вот сейчас думаю, был или нет. Через низ только был. Значит, пойдемте так. Так, отлично. Так, проскакиваем дальше. Наверх. Ой-ой-ой, вот это да, будет сейчас трудновато локация. Понять, куда же идти надо. Тупые волки. Ага. Вот так, окей. Давайте, короче, дойдем до сохраняшки. Мне сейчас она нам сильно пригодится. Ой, тихо, тут есть тоже подъем на горы. Да? Закрытый был точно. Мы не смогли бы туда подняться. Черт, 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 ладно. Ладно, ладно, ладно. Я бы забрался через эти каменные гроты. Так, тихо. Окей, хил. Так, дальше вниз. Ой-ой-ой. Можно и так все провернуть, это дело.
Так, давайте власти. Легкие, вы легкие. Так, вот здесь вот сейчас будет... А, стоять, стоять, где тут проход? Где тут проход, я спрашиваю? Здесь? А, да, я тут на самом деле не больше. Да ладно, я только что сдох сам от себя. 92 смерти у меня. Ой, ладно, давайте, короче, здесь остановимся, в следующей серии продолжим, я похожу дальше. Короче, следующая у нас прогулка. А где хотя бы? Наверное, походу, очень далеко. А, либо сверху, либо здесь. Ладно, не суть. В прошлой, в следующей серии мы с вами, в следующей, дойдем в Воющий Град. Здесь все соберем, что нужно. А здесь вообще мы ничего ни одно не собрали. Сюда тоже сходим. Поэтому всем спасибо за просмотр. Ставьте лайки, подписывайтесь на канал, комментируйте. Всем удачи и до встречи, друзья. Всем пока.